Начало первого переулка Порта. Вот. Вот такая у нас дорога. Грязь и слякоть. Идти невозможно. Дорога не высыхает вообще у нас. Вот так мы идем. Ходим. Дети ходят в школу, люди ходят на работу. И люди ходят в магазины. Пройти нигде невозможно. Вот дорога, вот обочины всякие. Как проходить людям? Вот. Никак. И никто ничего не делает. Администрация писала нам в группе, что после 16 апреля будут делать дороги. Никто ничего не делает. Вскопали только канавы. Про переулки я вообще молчу. Никогда ничего не делается на переулках. Вот так мы ходим. Просто вообще ужас. Вот. Пройти нигде нереально. Зато мы будем у нас с газом. Вообще красота. С газом, но без дороги. Ну вот, вот здесь можно уже под конец переулка пройти. Вот здесь вот. Более-менее. Пока дети выйдут с дома, дойдут до автобуса.